приедут, раскопают, вот, за раскопом, приедут, раскопают, чуть-чуть трубу там поменяют, где это, и все, и опять так же. На следующий день она в другом месте провалилась, потому что трасса в ужасном состоянии. Там просто, можно сказать, дырка на дырке. В доме номер 60 по улице Степной уже не первый год стоит вода в подвале. Жильцы в панике, потому что из-за этого дом начинает разрушаться, несмотря на то, что ему всего 17 лет. Мы хоть и делали герметизацию, но вода, она все равно найдет дырку. Она протекает и течет в подвал. И у нас постоянно. Вот прошлый год мы целый месяц они нас топили, в этом году целый месяц топят. Жильцы этого дома винят в топлении подвала тепловиков. Дело в том, что рядом с домом находится коллектор, который из-за протечек в теплотрассе постоянно затоплен кипятком. Воду периодически откачивают, но она появляется снова. В последний раз после откачки исчез люк, и теперь колодец прикрыт лишь фанерой, которая размокла от пара. Не дай бог, кто упадет, сварится заживо. Собирается вода в камере. С камеры она перетекает в подвал. Естественно, подвал у нас потом парит, весь затоплен. В подвале находится оборудование, общедомовые приборы учета, там кабели и все такое. Идет подмывание фундамента. У меня сейчас на доме пошли 3 трещины. Татьяна демонстрирует трещины, которые пошли не только по фасаду здания. В одной из квартир на третьем этаже лопнули подоконник, стена и даже потолок. Если ситуацию не решить в ближайшее время, то дом просто развалится. А между тем полностью менять участок теплотрассы пока не планируется. В Т-плюс обращались, постоянно идут заявки. Трассу, на трассу денег нет. И они дырки залатают и уезжают. Приедут, откачают, бойлер откачивает. Меры какие принимаются, но этих мер недостаточно. Понимая, что ситуация складывается безвыходная, Татьяна Дургина пришла на прием к главе БМР Александру Соловьеву. Тот пообещал выехать на место. Давайте таким образом сделаем. Значит, я вас прошу конкретный участок трубы, который необходимо заменить, указать тогда вот здесь заявление, потому что это, ну, давайте тогда в один день, вот 92-96 там посмотрим и потом проедем вот в этот 60 сразу. Наш канал, в свою очередь, отправил запрос в Т-плюс для того, чтобы узнать, планируется ли в этом году замена участка теплотрассы, который, судя по всему, находится в плачевном состоянии.